Давай покажу тебе место, где родился Гарри Поттер. Меня зовут Аня, я веду блог по изучению английского и сейчас путешествую в Шотландии по местам, где Роулинг черпала вдохновение для своих первых книг. Например, магазины с Виктория-стрит стали прообразом косого переулка, где Гарри с друзьями закупались разными штуками для учебного года. А прогуливаясь по кладбищу Грейфрайерс, Роулинг рассматривала гробницы умерших и взяла много имен для героев своих книг. А, например, вам никого не напоминает Уильям МакГонагал? А еще люди со всего мира съезжаются посмотреть на могилу Волан-де-Морта, ну точнее Томаса Редла, который был морским капитаном. А еще вы можете посидеть в кафе The Elephant House, где Роулинг днями сидела и писала «Философский камень». А потом, например, прогуляться по улочкам, которые стали вдохновением для Хогвартса. Ставь лайк, если было полезно, и подписывайся, чтобы учить английский и путешествовать в необычные места.